Нет, ты серьезно? Поверить не могу. Зачем ты согласилась? Любил, наверное. И ты молчала. Ради такого козла всю жизнь себе поломать. И мама была бы жива. Ну вот этого я и так себе никогда не прощу, можешь не напоминать. Все. Ну куда с ногами-то на диван? Тетя Люля, ты знаешь сказки? Ну, конечно. Ты больше не уедешь? Надеюсь, что нет. А где ты была? Я была далеко, думаю, что не вернусь туда. Там плохо. Да нет, просто там не было ни тебя, ни твоей мамы. Сёма, иди, поиграй 5 минут. Дай нам с тетей Юлей поговорить. Ну, а деньги почему не взяла? Он ведь предлагал. Сейчас совсем не лишние были бы. Мне ничего от него не надо. Руки, ноги есть, проживу. Ух ты, какие мы гордые. Вопрос, как проживешь? На работу устроюсь, я была на хорошем счету в школе. Очнись, какая школа? У тебя судимость. Что ты кричишь? Все не так страшно. С моей статьей нет никакого запрета на работу с детьми. Я специально узнавала у юриста. Ага. Но только ты не забудь того юриста с собой захватить, когда к директрисе своей заявишься. К сожалению, Юлия Борисовна, свободных ставок сейчас нет. Как? У нас же вечно не хватало педагогов на такую зарплату. Повторяю, ставок нет. Я бы рада вам помочь, но, увы. Наталья Петровна, у нас ЧП. Не сейчас. Сидоренко опять заболела. Не сейчас. Но нам заменить некем. Придумайте что-нибудь. Хорошо, давайте на чистоту. Людей у нас, правда, не хватает. Но я не могу. Не могу вас принять на работу. Если это из-за судимости, юристы сказали мне, что моя статья не попадает под... Юристы вам и не такое расскажут. У меня предписание департамента. И в штат брать я могу только со справкой об отсутствии судимости. Ну, может быть, я буду работать неофициально, хотя бы на полставки. Милочка, ну вы что, и меня до тюрьмы хотите довести? Да нет, что вы. Ну, тогда всего хорошего, не буду вас задерживать. До свидания. Надо было даже ходить туда. Ну зачем унижаться-то? Тебе мало этого было? Галь, перестань. Ничего, мы придумаем, что делать. Сейчас Юрка придет, семейный совет устроим. Это по какому ж поводу семейный совет, а? Привет. Привет. Ты голодный? Я борщ наварила. Ну, конечно, голодный. Работал как проклятый. А ну, корми мужа, женщина. Так. Приятного аппетита. А? Ну, так что случилось-то? Что-что, в школе она своей была, а там ей прямым текстом. Бывших зэчек детям подпускать нельзя. Да. Но этого можно было ожидать. Как же я устала от этого всего. Вам еще проблем наделала. Юля, что ты говоришь? Тебе на что, плохо? Да мне-то хорошо. Ну, только я вас стесняю.
Комнату вон заняла. Да ну будет нормально, а, Галь? Да не в комнате дело. Ну что же, ей теперь все время дома сидеть? Нет. Ну, потерпеть нужно. Найдешь что-нибудь со временем. А? Безвыходных ситуаций не бывает. Вон, Галка, мне всю плешь проела, на работу хочет выйти. Пусть выходит. А ты пока с Семеном сидеть будешь. Ну и по хозяйству там приготовить, прибраться. Мы тебе и зарплату назначим. Да, Галь? Угу. Ой! Вкусный борщец наваристый. Галь, ты мне чай в комнату принесешь? Хоккей начинается, наши играют. Что? Что ты так смотришь? Вы такие другие стали. Ты такая нежная, заботливая. А Юрка прям брутальный такой мачо. Да, Юрка как зарабатывать стал, сразу себя по-другому почувствовал. Уверенность появилась, жесткость. И мне он таким куда больше нравится. Мама бы сейчас порадовалась. Да мама его на дух не переносила. Ну, ты вспомни, она Сергея все время Юрке в пример ставила. Любила его паразита. А жизнь, видишь, как повернулась? Я вот только одного не могу понять, как же она его не раскусила. С ее-то опытом. Да волк в овечьей шкуре. Ну ничего, отольются кошки-мышки на слезы, поверь мне. А ты найдешь свое счастье. Настоящее на этот раз. Галь, какое счастье, мне бы работу найти. А с остальным я уж как-нибудь потом. Ну что, зятек, давай, чтоб ваш новый дом скорее построился. Как там, кстати, дела идут? Все нормально. А вот, кстати, окончательный вариант проекта. Только вчера прислали. Угу. Погас. Угу. Угу. Да, солидно. О, а это что такое? Это отдельный домик для прислуги. Так Даша хочет. Молодец, дочка. Я в ваши годы был скромнее. Илья Ильич, вы же знаете Дашу. У нее все должно быть по высшему разряду. Да я не против, стройтесь, ради бога. На здоровье, как говорится. Если что, имею в виду, я деньжат подкину. Спасибо. Извините, Даша. Да, любимая? Я соскучилась. Когда ты приедешь? Малыш, ну, часа через два, не раньше. Кстати, твоему папе проект дома понравился. Ну, ты знаешь, я абсолютно не удивлена. Потому что все, что я делаю на отлично. Слушай, заскочи в магазин, пожалуйста, купи мне лич. Слушаюсь, мой командир. Приезжай скорее. Мне скучно. Хорошо. Давай, целую. Инна? Да? Принеси мне чай зеленый, без сахара. Хорошо. Ну? И почему у нас малыш такой грустный? Посмотри, что я тебе привез. Что это такое? Это гранадила, деликатес. Чего? Извини, личи не было, не сезон. Господи, ты их на какой помойке нашел? Они же гнилые все. Фу, еще и воняют. Тебе что, нравится надо мной издеваться постоянно? Да, Шуня, ты чего? Ничего они не воняют. Не капризничай. Ты себя плохо чувствуешь? Нет, хорошо себя чувствую. Сижу тут целыми днями одна. Спину ломит, ноги болят, голова болит. Спать не могу, есть не могу. Настроение постоянно скачет. Да шо? Ну, врач сказал, это нормально. Гормон. Так бывает у всех беременных. Я тебе не все. Хватит меня с другими равнять. Да.
Даш, ну не начинай, пожалуйста. Что не начинай? Ну что не начинай? Ты вместо того, чтобы быть со своей женой, целыми днями шляешься где-то. Даш, ты прекрасно знаешь, что я был с твоим папой. Мне вообще-то работа. Работа? Не смеши меня. Проследить, чтобы Степанян откат не зажал. Подобрать шалав для дорогих гостей. Бедняжка. То-то я смотрю, уработался совсем. Бухлом за версту несет. Ну, знаешь. Будешь кашу варить, не забудь. Две части воды, одна молока. И каплю оливкового масла добавь, оно полезнее. Может, этот пестрый очень. Да, и на прогулку его любимый грузовик взять не забудь, синенький. А то капризничать будет. Хорошо, возьму синенький, красненький, серо-бурмалиновый и полоску. Ты иди уже. Нет, черт знает что. Да не психуй, ты хорошо выглядишь. Ну, ага, как кошка драная. Неправда. А вдруг я не справлюсь? Галь, ты справишься. Тебя после собеседования взяли, даже думать не стали. А ты как тут одна будешь? Да не переживай, все я сделаю. О, может этот? Ну да. Мне так стыдно, я все хозяйство на тебя спихнула. Завела свою любимую пластинку. Я серьезно. Галь, да иди ты уже на работу, опоздаешь. Первый рабочий день, тебе не шутки. А я про что? Ну, ладно, если что не так, звони. Я сразу приеду. И со бедными не возись, я вернусь, сама сделаю. Иди, иди уже. Ага. Галь. Ага. Ну, с Богом. Иди к нам. Иди доедай. Ну, рассказывай, как день прошел. Да, хорошо, а вы тут как? Мы? Отлично. Юлька такой суп забацала, а порядок кругом какой, ты посмотри. А чем это пахнет? Жареным чем-то? Отбивные с брусничным соусом на второе. Чего себе. А вы гуляли? Товарищ командир, отчитываюсь. С Сёмой мы погуляли. В магазин я сходила, белье погладила, ужин приготовила, квартиру прибрала. Что еще? Котлет накрутила, они уже в морозилке. А у меня фрикадельки. Фрикадельки. Ешь суп. Да нет, спасибо, я обедала. Когда ж ты все успела? Да я не знаю, дел-то вроде немного. Немного? Да тут на месяц работы. Да уж, у нас так чисто никогда не было. Ты хочешь сказать, я плохая хозяйка? Да я не то хотел. И моя, наверное, тоже плохая. Галь, ты чего? Ничего. Приятного аппетита. Иди успокаивай. Thank you.
Здравствуйте, меня зовут Юлия Михеева. Я отправляла вам резюме на вакансию секретаря. Почему не рассматриваете? Девушка, послушайте, ну на такую маленькую зарплату вряд ли будет много соискателей. А у меня высшее образование, у меня английский язык. Я никогда не найду работу. Найдешь, не расстраивайся. Нет, я всю жизнь буду сидеть у вас на шее, а вам придется всю жизнь меня обеспечивать. Ну, это еще вопрос, кто у кого на шее сидит. Ты так помогаешь мне с хозяйством, с ребенком, что я чувствую себя неполноценной. Галь! Это шутка! Не, ну правда, ты нас очень выручаешь. Спасибо тебе. Я сегодня комбинезон шила, смотри. Вот это да! Не хуже, чем в магазине. Что ты таких талантов за тобой раньше не замечала? Ну, ты не забывай, я же новую профессию освоила. Вот балда. В смысле? Я балда. У нас же фабрика открылась новая, швейная. И туда всех берут. Опыт работы? Почти 3 года. Разряд? 5-й. Но с многослойными конструкциями тоже работала. Паспорт с собой? Да, но я должна вас предупредить, что... В общем, я сидела. Надеюсь, не за убийство? Нет, за наезд. Но я не виновата, там получилась такая история. Избавьте меня от подробностей. Документы отнесите в отдел кадров. 2-я дверь направо. Приступайте в понедельник. Испытательный срок – 1 месяц. Зарплата у нас белая, опоздание, прогул и штраф. А график? Все вопросы в кадры. Я с документами зашиваюсь. Разговор окончен. Спасибо. До свидания. Галка, я дома! Меня взяли, представляешь? Это надо срочно отметить. Юр, привет. Привет. Галка на работе задерживается. Так тебя приняли, ты говоришь? В понедельник на работу выхожу. Ты молодчина, Юлька. Я тебя поздравляю. Спасибо. Как думаешь, Галька на нас не обидится, если мы без нее по чуть-чуть выпьем? Да, конечно, не обидится. Я так давно не радовалась. Оказывается, человеку для счастья надо всего ничего, вот чтобы его приняли работать на швейную фабрику. Это только начало. Я уверен, у тебя впереди ого-го, сколько всего хорошего. Жалко, мама не видит. Она бы сейчас так порадовалась и за вас, Галька, и за меня. Мама, как я виновата перед тобой. Ну, все, все. Хватит, хватит, Юль. Все хорошо. У нас же сегодня праздник. Сейчас Галка придет тоже за тебя порадуется. Хороший ты мужик, Юр. Галь, повезло с тобой. Гуляем сегодня. Пойду я тесто поставлю. Пирог завтра испеку. А с чем пирог будет? С яблоками. Я люблю с яблоками. Все в порядке? В порядке? Мне это хоть оставили? Обижаешь. Конечно, сейчас бокал принесу. Mm-hmm.
меня к тебе просьба. Ты не могла бы завтра с Сёмой в детский театр сходить? Так билет на работе подарили. Да, конечно, о чем речь? Во сколько спектакль? В 2. А что, Юлька-то? Может, у нее дела какие? Я сам могу сходить. У меня завтра как раз день короткий. Ты мне дома нужен будешь. Ну, ладно. А мы еще в кафешку сходим или на аттракционах покатаемся. Спектакль всего 1,5 часа. Это было бы очень кстати. Я дома! Ау! Есть кто живой? Есть. Я. Где все? Они в театре. Ты забыл? А, ну да. Пойдем. Пойдем. У нас есть 3 часа. Галь. Галь, ну... Ну чего? Я просто устал. Галь, ну не обижайся. Ты же знаешь, сейчас работа выше крыши. Здравствуйте. А вы? А я бригадир. Смирнова Любовь Александровна. Очень приятно. Штрафую тебе, Михеева, за опоздание. Тетя Лю, ну в первый день-то. Ну сердца у тебя что ли нет? Один раз простительно. Ладно. Им спасибо скажи. Быстро переоделась и заступила в смену. Поняла? Поняла. А вы что встали? Ну-ка в цех быстро! Почти как в колонии. Михеева, да что такое, а? Ты куда здесь шов 1,5 сантиметра залепил, а? Подкладка ж будет. Ну-ка, ну-ка. А припуск? Ну, припуск же рукавов на 4, а не на 3. Подкладка ж будет. Давай доделаю. Штрафую тебя. И на этот раз без поблажек. Любаш, мы на обед. Ты идешь? Какой обед, а? Мы половина плана не сделали, а у вас одни обеды да перекуры. Ты, между прочим, тоже учти. Чего? Видала, как она на меня смотрит? Свысока. Таким фифом тут не место, я считаю. Да нормально она на тебя смотрит. Что ты взъела с ней? Ой, на сноху мою бывшую, похоже, сил нет. Смотреть на нее спокойно не могу. Понятно. Юр, да не надо, я сама все сделаю. Могу я в конце концов за тобой поухаживать? Сиди. Так, давай я сейчас Сёмку покормлю. Я уже накормил.
Это в честь чего? Расслабишься и спаться лучше будет. А Галь где? Она сегодня поздно. Они там отчетность какую-то сдают. А, поняла. Спасибо, Юра, очень вкусно. Да это ж ты готовила. Ладно, поешь, приходи. Мы с Сёмкой мультик смотрим. Какая глупая тетя! Что вы тут устроили беспорядок? Ну-ка, быстро уберите за собой! Нет, я не могу больше этого носить! Всем привет, я дома. Не кричи, спят все. А есть что поесть? На плите. Нивля. Чтоб тебе... А механик есть? Так один выходной сегодня, а второй уволился, так они нового ищут. Час от часу не легче. А инструменты где? В подсобке. Здравствуйте. Да как же к тебе подступиться-то? Привет. Что, не поддается? И механика нет. Дайте-ка я попробую. Все. Спасибо. Не за что. Хорошего дня. И вам. Здрасте. Здравствуйте. Такой красавчик. Ты с ним говорила? Ну, о поломке. А кто это?
сын директорши. Она его к себе замом взяла. Говорят, неплохой специалист. Я тут подумала, может, нам в отпуск съездить? Отличная идея. Правда? Да. Махнем на море на недельку. Будем пить вино, любоваться закатом, гулять по пляжу. Слушай, здорово. Сёмка с Юлькой просто в восторге будут. Ты молодец, Галь. С Юлькой? Ты хочешь, чтобы мы поехали с ней? Ну да, что такого? С моей сестрой? Ты что, совсем сдурела? Что ты бесишься? А тебе не ясно? Тебе объяснить, почему я бешусь? Юля, ты такая милая, ты такая обаятельная. Этот суп самый вкусный, что я ела в жизни. И ты спрашиваешь, почему я бешусь? Ты что, влюбился в нее? Я помню тебя таким, когда у нас все только начиналось. Ты на меня тогда так смотрел. Галь. Галь. Что ты тут делаешь? Ничего. Что случилось? Ты сейчас замерзнешь вся. Возьми мой платок. Не надо. Юра ушел. Куда? Поругались мы. Из-за чего? Галь, ты, может быть, мне объяснишь хоть что-нибудь? Я клещами все буду вытягивать. А что тут объяснять? Влюбился он в тебя. Галь, ты чего? Он тебя любит. Если бы он сейчас слышал этот бред... Он и слышал. И отрицать не стал. Галь. Послушай меня. Я попрошу комнату в общежитии срочно. Я перееду. Юр вернется, правда. Все наладится. Главное, не переживай, ладно? Все будет хорошо. Здравствуйте. Мне 25-я комната нужна. До конца коридора и налево. Спасибо. Открыто? Можно? Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня не предупредили, что подселят к вам. А если тебя мое соседство не устраивает, вон бог, а вон порог. Я тоже, как видишь, до потолка от счастья не прыгаю. Это я так, от неожиданности. А ты же вроде местная. Или натворила чего? Сколько, как говорится, волка не корми. Я думаю, будет лучше, если меня переселят в другую комнату. Да уж, конечно, кто бы сомневался. Ну, это завтра. Сегодня я переночу здесь. Вот кровать. Это вам от господина вон за тем столиком. Он просит вас к нему присоединиться. Ну ладно, пойдем.
Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. А ты чего такой грустный? Скучаешь? А разве похоже, что я скучаю? У меня сын родился. Я уже неделю веселюсь. Поздравляю тебя, это здорово. Надеюсь, вы разделите со мной мое веселье. Ну, конечно. Проснулась? Любовь Александровна, а в чем дело? Как в чем? Вставать пора. А сегодня же воскресенье. И что? Мне теперь целый день, что ли, на цыпочках ходить? Ждать, пока барыня проснется? Знаете что? Это уже просто какое-то хамство. Что я вам сделала плохого, за что вы меня так ненавидите? У меня, может быть, жизнь разрушилась, мне жить не хочется, а вы мне тут... Да знаю я. Жить не хочется. Нельзя так даже думать. Не реви. Погорячилась я. Если хочешь, оставайся. Я же не знала, что у тебя обстоятельства такие. Можно подумать, я тут по собственной воле в общежитие попала. Так говоришь, как будто в общежитии не люди живут. Да я не в этом смысле. Просто у меня там сестра с мужем поссорились из-за меня. В общем, я не хотела вас обидеть. Знаю. И что не права, я знаю. Прости меня, Юль. Просто у меня сноха на тебя похожа. Такая же культурная. Да и внешне одно лицо. Она что, умерла, что ли? Да бог с тобой! Развелись! Сём, ешь. Папа. Сём, папа уехал в командировку. Мы поужинаем без него. Нет, не хочу без папы. Хочу с папой. Сём, ну ты уже взрослый мальчик. Не капризничай. Нет, хочу я с папой. Казань, это моё. Папа, папа, приехал. Сёмка! Сёмка! Семён. Не расстраивай маму. Ну-ка, быстро ешь. Ты голодный? Как волк. Ой, да неужели ж может быть такое, а? Прям так и сказал. Мыл. У меня жена новая, а тебя я разлюбил. И это после всего, что ты для него сделала. Выходит, бывает. Какой подлец, а? А я думаю, что каждый второй бы так поступил на его месте в наше корыстное время. А вот и нет. Костя бы мой никогда так не сделал. Это его бывшая. Когда в больнице лежала, так он под дверью дежурил. Ни на час от нее не отходил. Выходил на свою голову. Какой молодец. Она бросила его. К другу его сбежала. И квартиру отобрала. А Костя даже ничего не сказал. Благородный. А я его понимаю. Об таких людей мараться не хочется. Вот и Костя мне так сказал. А ты не переживай. Все у тебя будет хорошо, сложится. Ты молодая. Жизнь она сама выведет в нужное русло. Хороший тост.
А Сергею твоему еще аукнется. Попомни мое слово. Закон бумеранга. Не спишь. Какой тебе нахрен Мусик? Михеев, ты что, совсем страх потерял? Шляешься непонятно где, бухаешь каждый день. А ты ничего не забыл? Ничего не попутал? У нас вообще-то с тобой ребенок маленький. Ну, а чё ты тогда орёшь-то, раз ребенок маленький? Хорошо, будем шепотом. Где ты был? Контракт подписали, потом отметили немного. Ну, что ты истеришь-то? Ну, выпил, ну, подумаешь. Контракт подписывал? Контракт подписывал, да? Со своими шлюхами ты контракт подписывал. Какие шлюхи? Ну, что ты несешь? Ну, что, ты мне не доверяешь, что ли? Да я с тобой даже в одну кровать не лягу. Да. Да и не надо. Ты знаешь... Другие лягут, желающих. Что ты сказал? Что слышала? Да тебе знаешь, что за это будет? Тебя мой папа в порошок сотрет. Он тебя отправит лес рубить далеко и надолго, понял? Родная, если мне лесоповал светит, то мы с твоим папой туда вместе поедем. Ты не переживай, меня старый козел не сдаст никогда. Да как ты смеешь про моего отца такое говорить? Ну, рот закрой, дура! Ребенка разбудишь. Это сделал твой любимый зять. Что? Нарисовал высокохудожественный фингал под глазом? Я, конечно, старый дурак, но за идиота держать меня не надо. Пап, он меня избил. Ты меня вообще слышишь? Садись, рассказывай. Что рассказывай? Он пришел домой, пьяный. И избил меня. Ну, так уж и избил. Ну, хорошо, не избил. Ударил один раз. Какая разница, пап? Может, ты скажешь что-нибудь? Зачем весь этот цирк? Пап, это не цирк. Мне с ним плохо, пап. Сергей мне изменяет. Ну, что ты к нему прицепилась? Он мужик. И потом, ты его сама выбрала. Ну, и что мне теперь делать? Не знаю. Разбирайтесь сами, я в ваши дела не лезу. Прикрываешь своего бизнес-партнера? Знает слишком много. Да сдать бы вас обоих ментам. А ты сдай. А кто твои цацки капризы будет оплачивать? Может, работать пойдешь? Добрый день, Юля. Добрый день. Роман. Откуда вы знаете, как меня зовут? Навел справки через вашу бригадиршу. Тетя Люба, кажется, да? Понятно. Так значит, шпионите за мной. Вы не возражаете?
Да нет, конечно, присаживайтесь. Знаете, Юля, вы совсем не похожи на работницу швейной фабрики. Правда? А на кого я похожа? Не знаю. На врача. Или на учительницу. Музыки, например. Вы угадали. Я, правда, учитель музыки, только в прошлом. Глаз алмаз. Да, вы очень проницательны. Ну, а почему вы теперь швея? Так сложились обстоятельства. Но я очень надеюсь вернуться к преподаванию обязательно. Юля, что вы делаете сегодня вечером? Спасибо. Вот. А говорили впервые здесь. А меня обошли как мастер. Да вы просто поддались. Я? И не думал. Мы, кстати, кажется, договорились на ты. Ты просто подался. Ничего тебе не скроешь. А тебе, кстати, очень идет этот прикид. Спасибо. Надо так на работу как-нибудь прийти. Ну что, переоденемся и пойдем пить кофе? А? Да, с удовольствием. Если честно, у меня очень давно не было такого замечательного выходного. Ура, я молодец. В следующий раз будет еще лучше, я обещаю. Я даже забыла, сколько мне лет. Пойдем присядем. О, Ромаха. Приветствую. Добрый вечер, Кирилл Иванович. Мне поговорить бы с тобой надо. Да вот я вижу, что ты в такой замечательной компании. Ну, если разговор короткий, то я мог бы, конечно. Да нет, не надо. Да тем более от разговоров на бегу толку мало. Ничего, мы же еще увидимся. До свидания. Всего хорошего. Хорошего дня. До свидания. Это твой друг? Так, приятель. Мы в покер играем, у нас небольшой мужской клуб. Так, ерунда. Давай лучше о тебе поговорим. Ты сказала, что раньше преподавала музыку, так? Да, я думала, что это мое призвание. А у меня с классикой, признаться, не очень. Ну, я был один раз на концерте, но чуть не уснул. Что ты смеешься? Да многие так реагируют, только редко кто в этом честно признается. Да. Спасибо. Спасибо. Вот мой бывший муж тоже всегда засыпал, но потом говорил, что это он так музыку слушает с закрытыми глазами. А вы давно в разводе? Да. Кажется, что очень давно. Юля, я не хочу быть бестактным. Все, больше никаких вопросов. Если ты что-то захочешь мне рассказать, расскажешь сама, хорошо? Договорились. А сейчас мне достаточно знать, что ваш брак в прошлом. Спасибо. Погоди, командир. Спасибо вам большое. Хорошего дня. И вам. Сейчас. Ой, здравствуй, сыночек. Ой, наконец-то. Здравствуй, мамочка. Здравствуй. Ой.
Ну, давай, раздевайся и садись. Я тебя буду кормить, а ты мне будешь все рассказывать. Давай. Да, что рассказывать? Все хорошо. Хорошо. У тебя всегда все хорошо. А мне же все интересно. Как ты доехал? Ой. Как тебя приняли на новом месте? Доехал нормально. Ласточка не подвела. Встретили хорошо. Через месяц жилплощадь обещаю, то пока ведомственно в гостинице поживу. Ты садись, все, хватит суетиться. Давай чай попьем. Господи, так ты что? На своей развалюхе ехал? Сынок, ей же уже на свалку давно пора. Мам, перестань, отличная машина. 30 лет для нее вообще не возраст. Тем более отец так за ней следил. Не слух ты у меня. Самое главное, что мы теперь с тобой будем жить в одном городе. Как квартиру получу, заберу тебя отсюда. Неправильно, что моя мама в общежитии живет. Моя вина. Не надо, Костя. Не вспоминай. Все у нас будет хорошо. Конечно. Все у нас наладится. Давай вперед смотреть. И, кстати, мне здесь совсем неплохо. Ай, ну скажешь, что же. Что я тебе, врач, что ли, стала на старости лет? У меня здесь соседка по комнате, Юленька. Такая замечательная девочка. И умница, и красавица, и готовит хорошо. Ты, мам, перестань, я знаю, куда ты клонишь. Да никуда я не клоню. Просто девочка очень хорошая. А мне внуков просто хочется дождаться. Вот и все. Мам. Ну вот теперь ты все знаешь. Да. У меня нет слов. Ты героиня. Я тобой восхищаюсь. Ром, перестань. Никакое не геройство. Мне даже неловко. Просто так жизнь сложилась. Ну, ты справилась. Прошла через весь этот кошмар. Пережила столько всего. И осталась с собой. Не озлобилась. Хватит меня хвалить, сменить тему. А с сестрой вы так и не общаетесь? Она мне ясно дала понять, чтобы я держалась подальше. А я ее могу понять, потому что своя семья всегда важнее. А мне не надо жалеть, у меня все хорошо. Ну так иногда, правда, одиноко. Мама была для меня самым близким человеком на свете. Понимаю. Мама это... Мама? Здравствуй, сын. Здравствуйте, Лариса Степановна. Роман, я надеюсь, ты не забыл, о чем я тебя просила? Конечно, нет, мам. Я просила тебя разобраться с кадрами. Хотя ты, судя по всему, понял мою просьбу по-своему. Послушай, я сделаю все, что должен. В рабочее время и на рабочем месте. Мы с тобой все обсудим. А сейчас, извини, у меня законный обед. Можно? Мама, прервись на минутку, нам надо поговорить. Ну, раз надо, я слушаю тебя, Рома. Мне не понравилось, как ты вела себя в столовой. Что же тебе не понравилось, сын? Я понимаю, ты считаешь Юлю девушкой не нашего круга. А ты считаешь, что швея пятого разряда – это самая подходящая для тебя компания? Она стала швеей в силу обстоятельств. Она вообще-то музыкант. Иностранные языки знает. Угу. Консерваторию закончила. И кровь у нее голубая. Ромочка, а она тебе не рассказывала, в силу каких обстоятельств она освоила профессию швеи? Ну, мало ли что бывает.
У нее бывший муж подонок. Конечно, подонок. Это все объясняет. Она сидела, Рома. Я знаю. Знаешь? Она тебе рассказала? И ты не сделал выводов? Мама в нашей стране от сумы и от тюрьмы, как говорится. К тому же она мне все объяснила. Там не было ее вины. Я ушам своим не верю. Ты что, с ума сошел? Она тебя что, загипнотизировала? Нет, все просто. Мне очень нравится Юля, и я не собираюсь с ней расставаться. Я не позволю, чтобы мой сын встречался с грязной уголовницей. Ты хоть знаешь, что с ними там делают за решеткой? А ты откуда можешь это знать? Мама, я не хочу ссориться, но если ты еще хоть раз позволишь себе такие слова, ты меня больше не увидишь. Я прошу тебя, никогда больше не говори о Юле в таком тоне. Минуту. Ты что-то ищешь? Уже нашел. Добрый день. Чем могу я вам помочь? Ничем, мы просто магазином ошиблись. Здравствуйте. Очень кстати. Нам нужно подобрать платье вот для девушки. Какого рода платье? Вечернее. Я не понимаю. Это сюрприз. Пройдемте, пожалуйста, в примерочную. У нас как раз очень много интересных моделей на вашу фигуру. Ну, ты просто красавица. Тебе очень идет. Ром, может быть, ты мне все-таки объяснишь, что происходит и для чего это все? Я хочу пригласить тебя на одно светское мероприятие. Это что, по-твоему, светское мероприятие? Ты куда меня привел? Помнишь, я говорил тебе, что играю в покер? Да, но я думала, что вы встречаетесь дома или в баре. А какой в этом смысл? Подпольное казино. И? Это незаконно. Милый, да не бойся, тут все свои люди. Тут нет ничего страшного. И потом, ты должна мне принести удачу. Новичкам везет, знаешь. Ой, Ромаха, мы тебя заждались. А ты опять все с той же изумительной красавицей. Знакомьтесь, Кирилл Иванович, это... Юля. Юлечка, я очень рад. Вино, шампанское или, может быть, что-нибудь покрепче. А. Бокал вина. А мы тебя ждем. Ну вот видишь.
Ответил. Скрываемся. Готовьте ваши денежки, господа. Стрит флэш. Не торопись, Ром, не торопись. Рояль. Рановато, рановато тебе, Рома, высшую лигу. Рановато. Я отыграюсь. Еще одну раздачу. А мне-то в том какой смысл? Да и на что ж ты играть-то будешь, Рома? У нас остался с голой задницей. На нее. На нее? Тетя Люб, я на свидание. Да нет, нет, ужинать не будут без меня. Завтра все расскажу, хорошо? Ложитесь спать, спокойной ночи. Угу. Ром, все в порядке? Да нет, отойдем, надо поговорить. Что случилось? Понимаешь, я проиграл, все, у меня больше нет денег. Хорошо, я тебе должу. Нет, у тебя столько нет. Мы же по-крупному играли. Послушай, ты можешь попросить отсрочку. Расписку написать в конце концов. Боюсь, это не прокатит. Здесь не тот случай. И что? Как ты собираешься расплачиваться? Юля, подожди, тебе все объясню. Трогай меня. Ну что, красавица? Поехали. Мне надо в дамскую комнату. Ну иди. Да уйди ты отсюда. В порядке? Ой. Что такое? Что с нами? Давайте посмотрим. Надо срочно уехать отсюда. Туда. Ой.
Ну что, займемся вашей ногой? А что это вы так дрожите? Возьмите, пожалуйста. Вот так. Спасибо. Можно? Больно? Очень. Ну, сейчас починим. Так, глубокий вдох. Выдох. Еще раз глубокий вдох. Ай! Что ж вы так орете-то? Все. Простите, это на автомате. Из кино. А, я поняла. А вы травматолог? Я? Почти. Я спасатель. Работаю в МЧС. Ну что, едем дальше? Спасибо. Аккуратно. И все-таки, что с вами произошло? Да долго объяснять. Вы от кого-то убегали? Нет. Вас кто-то обидел? Да сама виновата. Не надо было туда ходить. Там подпольное казино. Так надо в полицию позвонить? Меньше всего я хочу объяснение с полицией. Ладно. Командуйте. Куда? В Строителей 15. В Строителей 15? Да. Вы знаете где? Конечно. Я в общежитии живу. Забавно. Кирилл Иванович. Да, Ромка. Шутка не удалась. Сбежала твоя красавица. Могу предположить, что все это ты придумал заранее. Креативненько, но как-то не весело. Кирилл Иванович, я никогда бы не посмел. Клянусь вам, я все верну. До копейки. Конечно, вернешь. Вернешь. И в двойном размере. Но для того, чтобы ты не забыл вернуть свой долг, мои ребята оставят тебе пару зарубок. Подождите, подождите, как в двойном размере? Так уж давно никто не делает. Ром, я человек не молодой и привык выбивать долги старыми, проверенными способами. Давайте руку. Ой. Давайте. Спасибо. Может, я вас все-таки до комнаты провожу, а? Нет, нет, все хорошо, спасибо. Нога уже почти не болит. Вы уверены? Абсолютно. Спасибо вам большое. Я не знаю, что было бы, если бы не вы. Да ладно. Главное, что все хорошо, и вы в безопасности. Спасибо вам. Не за что. Вы уж меня простите, я даже на чай вас не могу пригласить. Да ладно, перестаньте, какой чай. Вы ложитесь и высыпайтесь. Ой, куртку забыла. Да, оставляйте, она вам к лицу. Спасибо. Спокойной ночи. Thank you.
и что? Телефонами не обменяли. Тетя Люб, я тогда в таком состоянии была, что не до телефона. Ну, хоть как зовут, ты его знаешь. Забыла спросить. Про машину я уж не спрашиваю. Вот ты, тетеха. Ну, вот как ты теперь найдешь своего спасителя-то, а? Да если судьба, встретимся. А если не встретимся, то значит ни ему, ни мне это просто не нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это с ней? Говорят, у нее сына избили. В больнице. В тяжелом состоянии. Мама. Да, Рома. Дай воды. Может, ты поесть хочешь? Не надо. Больно как. Я сейчас врача позову. Не надо. Мама, я одному человеку... Короче, так вышло, я денег должен. Много. Сколько много? 10 000 долларов. О, Господи. Теперь понятно. Ничего, ничего, мы это переживем. Я решу. Но у меня есть условия. Имеешь право. Чтобы я никогда не видела рядом с тобой эту уголовницу. Это же из-за нее, да? Из-за этой твоей Юли она в тебя втянула в эти криминальные разборки. Мама. Я тебе говорила. Слушался, мама. Мама, послушай, я тебе сказал. Юля ни в чем не виновата. Это я перед ней виноват. И не смей ничего против нее замышлять. Михеева, а? Тебя директриса вызывает. Спасибо. А зачем, не знаешь? А мне что, докладывают? Сказала срочно. Сейчас сама все и знаю. Угу. Вы меня вызывали, Лариса Степановна? Присаживайтесь. Я надеюсь, Юлия, вы понимаете, что я не испытываю к вам теплых чувств, чтобы Рома не говорил. И то, что я сейчас делаю, я делаю не для вас, а для своего сына. Я знаю, что вы в прошлом преподаватель музыки. Это моя лучшая подруга, Тамара Васильевна Купцова. У меня нет от нее секретов. Тамара окончила консерваторию по классу фортепиано. Очень приятно. Сейчас она открывает в нашем городе детский музыкальный центр и отчаянно нуждается в грамотных кадрах. Лара, если позволишь, я объясню сама. Юль Борисовна, я не скрою, я навела вас справки по месту вашей прежней работы. Специалисты вашего уровня нам бы очень пригодились. Боже мой, я была бы очень рада. Я, честно говоря, даже мечтать об этом перестала. Спасибо вам большое. У меня есть условия. Вы больше никогда не увидитесь с моим сыном. Лариса Степановна, поверьте, после того, что случилось, я к вашему сыну на пушечный выстрел не подойду. Так что по рукам.
Ну что, вам понравилось? Да! Юлия Борисовна, сыграть еще. Я тоже так хочу. Так, нет, все садитесь на свои места, начнем урок. Юлия Борисовна, мы еще хотим послушать. Ну пожалуйста. Сыграйте. Мы еще хотим. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну ладно. Полагайтесь. Будьте как дома. Спасибо. Всего доброго. Домашнее задание. Послушать вальс цветов Чайковского. Так, разучить гаммы на странице 25. И закрепить этюд, который мы сегодня разучивали. Сначала на крышке, как мы делали, а потом уже на инструменте. Ну вот и все, урок закончен. Я буду рада вас видеть послезавтра в 14:30. Молодцы. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия Борисовна. Как успехи? Очень хорошо. Дети такие чудесные. Ну, дети о вас того же мнения. Я очень рада. А я к вам по делу. Про наш центр хотят снять репортаж для новостей культуры. Так что завтра утром будете давать интервью. Готовьтесь. Я? А почему я? Я живу. Ну, вы знаете. Знаю. И еще я знаю, что вы прекрасный специалист. И детям с вами интересно. И что вы на работе засиделись? Отдыхать пора и к общению с прессой готовиться. И что, тебе прямо по телевизору покажут? Ну да, сказали сегодня в новостях. Ой. А о чем говорила-то? О детях, о методике, о самом центре, да ничего такого. Хорошо это, Юлька. Пусть кое-кто посмотрит и задумается. О! Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизни и веселье всему существующему. Ее а красавица-то какая, а? И ведь говоришь складно. Тебе б ведущие идти, а? А то понабрали неизвестно кого. Тетя Люба, вы просто ко мне не объективно относитесь. Конечно, не объективно. Потому что люблю. Воспринимать и любить музыку по-настоящему. Возможно, не все наши воспитанники посвятят себя музыке, но музыка всегда будет в их жизни. Ой. Ой, вы посмотрите на него, он опять со стаканом. Сволочь! Ты можешь хоть раз в жизни трезвым не ори. Быть? И так голова болит. Чего надо? Деньги! Кто бы сомневался. Ты вообще в курсе, что у нас на счету одни копейки остались? У меня даже карточку не принимают. И вообще, какого черта я должна клянчить у тебя деньги для того, чтобы купить ребенку игрушку? Ребенку? Не смеши! Тебе сколько ни дай, ты все на свои цацки и тряпки спустишь. А пусть и так. Тебе-то что? Ты по гроб жизни со мной не расплатишься. Курица, ты берега не перепутала? Это когда это я тебе задолжать успел? Когда? Ты меня еще спрашиваешь, когда? Да когда я за тебя замуж вышла. Когда мой папа тебя по службе продвигал и не уволил до сих пор за то, что ты пьешь постоянно. Да пошла ты со своим папой. Ты мне всю жизнь сломала, стерва. Посмотрите на него. Осмелел? Ну, я тебе устрою небо в клеточку. Вор. Взяточник. Давай. Вперед. Мы с твоим папашей вместе на эту клеточку полюбуемся. Свинья неблагодарная. Ненавижу тебя. Достал. Ухожу я от тебя. Достал просто. Полиция. И на что это? Кто это? Полиция. Михеев Сергей Васильевич? Да.
Что происходит? Что вы делаете? Отпустите его. Вы задержаны по подозрению в финансовых махинациях. Вот ордер на ваш арест. Даша, звони адвокату. Я папе позвоню. Я боюсь, ваш отец не сможет помочь. Он задержан 2 часа назад. И уже согласен сотрудничать со следствием, что и вам рекомендую. Всего доброго. Господи. Господи. Инна, срочно. Срочно собирай чемодан. Все самое необходимое для меня и ребенка. Мы уезжаем. Ой, Юль, а помидоры мы купили? Сейчас посмотрю в чеке. Ой. Нет. Ну вот, самое главное забыли. Ой, тетя Люб, у вас день рождения послезавтра. Я завтра схожу в магазин и все докуплю. Да не надо, девочка, я лучше Костика пошлю. Ой, хорошо, что его сюда привели. Так вот, с этой работой-то мы и видимся не так часто. Вот позвонил вчера, сказал, что завтра зайдет. Новости у него какие-то важные есть, а какие не сказал. Может быть, познакомить с кем-то хочет? Может быть. Галя звонит. Сестра твоя? Да, она мне просто с тех пор ни разу не звонила. Я боюсь, что... Может быть, несчастье какое-нибудь? Да не выдумывай же ты! Давай ко мне сумку. Может, она помириться хочет. Отвечай сестре. Если я права, бегом к ней. Алло, да, Галь? Привет. У меня все хорошо. У вас что случилось? Ну, слава богу. Конечно, конечно, я скучаю. Ой, Костя, а ты чего здесь? Мам, ты зачем такие тяжелые сумки таскаешь? Ну, сказала бы, я бы отвез и на рынок, и в магазин. Отвез бы? Да у меня на твой драндулет надежды никакой нет. Сломается в самое неподходящее время. Все, хватит, началось. Пообедаешь со мной сегодня? Не могу. Сумки занесу и поеду. А сказать, что хотел? Новость-то какая? В командировку тебя не отошлют в мой день рождения? Нет, не отошлют. Мы твой праздник в моей новой квартире отметим. Да ты что, Кость? Как? А вот так. Простите, пожалуйста. Здрасте. Это вы? Я. Простите, пожалуйста, еще раз. А может быть, вы мне опять поможете? Я просто тут первый раз. С удовольствием. Мне нужен дом 10, улица Вишневая. Так он перед вами. Вы у цели. А вы кому? Я, правда, недавно здесь живу, но... А, у меня соседка по общежитию сюда переехала. Ее сыну квартиру здесь дали, а у нее сегодня день рождения. Да, мамочка. Я внизу, у подъезда. Сейчас зайду. Вы Костя? А вы Юля. Ваша мама очень много про вас рассказывала. А я вас искал. А я не знала, где вас искать. Ну, не будем заставлять маму нервничать. Нам по пути? Да.
Такое, что же у него телефон-то отключен, а? Ну все, не придет. Здесь чего ты взяла? Я думаю, что он передумал. Ой, не говори ерунды. Ну, может, случилось что? Может, под машину попал? Да то ж типун тебе на язык. Ну, слава богу, прибыл. Господи, ты боже мой. Ну что опять случилось? Пожар? Наводнение? Случилось то, что драндулету твоему давно на свалку пора. Мамочка, ты, конечно, всегда во всем права, но в машинах совершенно не разбираешься. Такой ласточки, как у меня, больше на свете нет. Ну ты даешь, свояк. У меня же автомастерская. Я из твоей машины такую конфетку сделаю, закачаешься. Тетя Люд, спасибо. Он вас на ней еще с внуками возить будет. Слушайте, мне рожать через неделю. Вы успеете отношения выяснить и свадьбу сыграть? Успею. Мир новым. Это мы. Пойдем, давай руку. Ну, пойдем жениться. Дорогие жених и невеста, дорогие гости, мы рады приветствовать вас на церемонии бракосочетания. Как сказал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, любовь – это бесценный дар. И это единственная вещь, которую мы можем подарить и которая навсегда остается с нами. И сегодня, в этот чудесный, солнечный, ясный день, Юлия и Константин начинают новый этап своей жизни. Галь, Галь, что с тобой? Я, кажется, рожаю. Накаркала. Тихо. Так, тетя Люб, скорую вызывай. Давай, дыши внутрь, как нас на курсах учили. Вдох, давай. Так, может быть, мне не продолжать? Не-не-не, продолжайте, пожените нас поскорее. Так, спокойно. Является ли ваше желание свободным, неискренним и взаимным? По доброй ли воле вы вступаете в брак? Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу отметить вас, невеста. Да, да. Прошу поставить, скрепить подписями. Вот здесь вот девушка. Пожалуйста. Подъехала. Давай. Давай. Ага, спасибо. Дорогие новобрачные, прошу обменяться обручальными кольцами. Ага. Спасибо. Можете поцеловаться. И свидетельство. Спасибо вам. Большое. До свидания. Объявляю вас мужем и женой. Люсь, зови следующих. Так, надо ресторан отменять. Погоди, не надо ничего отменять. Мы просто приедем позже и отметим сразу два замечательных события. Вот мы и вдвоем. Вообще-то мы не вдвоем. Ну, я в широком смысле. Я тоже в широком смысле. Я просто хотела тебе сказать, что я беременна.